Вот вы сувениры продаете, да? Да. Ваша главная работа летом или в такое время тоже? Ну, по возможности, по погоде стараемся, чтобы все-таки выживать чем-то надо, а особой работы у нас нету здесь. Скажите, а что изменилось за последние 5 месяцев, вот как Крым стал российским? Ну, по жизни более напряженки. И в отношении с людьми, и отчасти с власти. И власти определенной такое еще не чувствуется. Ну, переходной период, если что-то коснется, то так все объясняют. А как бы без власти, потому что власть – это только когда какие-то решения можно, ну, принять и что-то решить. А если только не разговоры, то… Люди, вот вы говорите, люди изменились. Вы имеете в виду самих людей в Бахчисарае или приезжих? Или что, что изменилось? Ну, в основном-то я могу сказать про Бахчисарайские, потому что я с ними каждый день общаюсь. А те, если я их эпизодом вижу, я о них особо ничего сказать не могу. А какое вообще настроение вот у ваших коллег, которые тоже продают сувениры, книги? Ну, если грубо говорить о настроении, то прикиньте, сейчас как раз, можно сказать, пик сезона. Вы видите, сколько окон, что вообще даже и просто не выходит. А когда сейчас? Когда же работать, если не сейчас? Тем более по погоде все нормально, это если можно сказать, было, что все-таки под открытым небом и какая-то непогода, тогда другое дело. А так очень много людей таких вопросов, что не до этого, ну, в смысле до работы, а без этого как зимовать будет? Зимы-то, в принципе, не будет, если бы что-то и будет, возможно, какая-то работа, но уж это тоже работой с напрягой нажать. То есть в этом году у вас убытки? И сплошные. Вот мы видели нескольких туристов, то есть это малая часть того, что обычно, да? Ну, представьте, если, допустим, вот карты или что-нибудь с рюкзачником, пешеходного варианта, вообще провал, их нету абсолютно. Если раньше на велосипедах было, вон там велосипедные стоянки, где, вон там сплошные машины, там ни одного велосипеда нету. Просто их нет. Только на машинах немного. И то львиная доля, это все вот с российскими номерами. Или же остальные крымские. Украинских номеров нету совсем. Ну вот вы до этого мне сказали, что вы на украинском языке говорите. Но это ваш родной язык. Да. С тех пор, как это стало частью России. Для вас вот что-то изменилось, как для носителя украинского языка? Как-то вас прижимает или косо смотрит? Если, допустим, еще здесь было какие-то передачи, сейчас у нас нет ни единой передачи, ни радио, ни телевидения. Украинского нету ни одной. Газеты то же самое. То есть закрыли? А, ну, вы можете проверить его в киоске. Если хотите, включите телевидение и найдите что-нибудь, что было по-украински. Теперь вот у нас мобильники. Уже от последней отключили Киевстар, его тоже нет уже. То есть российскую карточку нужно покупать? Да, надо только российскую карточку. Скажите, а цены выросли? Вот, стало дороже уже? Если про продукты, то цены растут чуть не ежедневно. Каждую неделю меняется все повышение. Отчасти продукты-то возили с Украины, а там раз через раз закрывают, не разрешают, находят причины там и не привозят. А то, что привозили, вот, припустим, уже с России, пробовали молочную продукцию, то люди такое пока кушать не хотят. А низкого качества или что? Низкое качество и цена бешеная. Но они объясняют то, что привоз далеко, если оно с Краснодара, со Ставрополя, с той стороны, а везти то надо через Керчь, через паром и все эти дела. А временно это уходит. Уж какое качество будет там. У меня еще такой вопрос, а как проходил референдум здесь? Вот вы участвовали в нем? Лично я не участвовал. И многие соседи тоже не участвовали. Если про те проценты, какие говорят, что сколько говорили, то большие сомнения. Мне никто такие данные не давал, но уж таких данных я сказать не могу. Потому что то, что по соседству я видел, то нету такого количество. Как вы думаете, что будет в будущем с полуостровом Крымом? Останется ли он российским или все-таки есть какой-то вариант, что он снова перейдет? Ну, я думаю, что есть варианты. Надеюсь, во всяком случае. А что на самом деле, и уж насколько знаем, то спокойно это дело не будет. Это тоже однозначно. Так как оно было в эту сторону, то
если будет обратно, то обратное будет с большим скрипом.